Ну ты чё, пацан, снимаешь, урою? А резкость не надо наводить? Нет, она все сама делает. Ну пошли тогда. Где Майкл с Ириной? Слушай, тут не надо включать эту вспышку, там ничего? Нет. То есть она уже сама реагирует на освещение? Да. Улицу-то не снимай, потому что я их снимал вчера. Тетеньку выпустим. Да. Развалы товару у нас не хуже, кстати. Но тут нежный тоже товар есть. Вообще, смотри, я вот не нажимаю на эту кнопку, там рек идет сам по себе. Да, вот ее нажмешь, будет пауза. Понял. Нажми, паузу. Ты же не снимаешь сейчас. Давай теперь. Знаешь что? Вот мы что сделаем. Камеру давай мне, а я тебе дам аппарат. В аппарате меня вообще нету. Ну подожди, сейчас я тебя чуть-чуть поснимаю. Это киларни. Пацан, подскажи, пожалуйста, в эту сторону сюда? Это мне? Да. В эту сторону сюда? Я прямо пройду, не знаете. Да? Я по этой улице, эта улица идет, не знаете. Отлично. Вот Андрей, по мной магазин, который мы еще купил ботинки. Вчера мы здесь едва вот не вот купили модную майку. А, Майк, пойдем, пока. Писки пока сколько осталось. Покажи нам козу. Андрюш, покажи козу. Раз, два, может. Я даже три сделаю. Меня точно в дурдом отправят. Пальцовку. А где пальцовка? Thank you.
Ну вот на ваших глазах анонимный Андрей приобрел недешевую майку футбольной сборной Ирландии на продажу. Пытается расплатиться фальшивой кредитной карточкой. А теперь, внимание, оперативная съемка. Держи его. Да-да-да. Сейчас мы будем набрасываться. Да. Момент истины. Пройдем. Оперативная съемка. Купил заразу. Моль. В середине здания. Там не курят. Курят? Курят. Там есть только один стол для некурящих. Алина, ну зайди тогда, может быть, в этот. Как туда пройти? Ну она по телефону разговаривает. Ну что ж ты? Еще больше эффект же. Али, тебе нравится эта девушка? У телефона. Она мне нравится, но я боюсь, я стесняюсь. Ты за меня, пожалуйста. She likes. Likes. В конце S. She likes. She likes me, правильно? Я не уверен в этом. Who knows? В чем? Кто знает? Глоточек водички. Глоточек водички, легко. Легко? Там открыто, початано. Я же на 0,4 был, реально. Что? Какое место, я подумал. Какое место садится тебе российская делегация? Ребят, как вы думаете, вкусная баранина будет? Не волнуйся, это не ягненок, это Миша тебя раскрутил просто. Это баранина молодая. Нет уж, нет уж. Если не по ягненочку. Молодая баранина. У тебя тоже так, да, баранина? Да. Стол пока пустой, но будет щипка. У нас сегодня пятница. Зафиксируй, пожалуйста, в кадре, что я честная женщина. Я каждый раз. Я не знаю ничего. Да? Можно идти. Don't worry. Можете идти. Можете идти. Тачку вызывайте. Ты готов? Тачку вон, в углу, стоят. Андрей. Да. Тачка в углу. Ну, за каким углом? За тем. Ну пошли. Обилие мясных продуктов. Сними, вот этот прилавок должно быть вообще человечество.